давних времен в далекой-далекой галактике приходит серия LEGO Star Wars. В ней воплощаются в реальность все любимые корабли-персонажи вашего ребенка. Ну и не только. Которые известны ему из фантастической саги «Звездные войны». А также новые персонажи, с которыми он ранее не был знаком. Здорово, дамы и господа! И сегодня у нас на обзоре обалденный набор LEGO Star Wars «Шлем штурмовика». Не знаю, как для кого, лично для меня Лего это прям что-то особенное. Сразу вспоминается детство, и в детстве я безумно любил наборы Лего. Чего у меня только не было на самом деле в детстве, и мне стало интересно пощупать какой-нибудь современный набор Лего. И вот создавалась такая возможность. Будем сегодня собирать этот шлем и посмотрим вообще, что у нас из этого всего получится. Я думаю, то, что будет очень интересно. LEGO Star Wars — это серия наборов с детально проработанными персонажами из знаменитой киновселенной, ассортимент которой постоянно расширяется, появляются новые варианты как для взрослых, так и для детей на разный вкус и увлечение. Также хочется отметить, что оригинальный LEGO — это незабываемый подарок как для ребенка, так и для взрослого. Эта тема предоставляет многочисленные игровые возможности и возможности учиться и развиваться, строя впечатляющие машины из саги «Звездные войны». С помощью легендарных наборов из серии LEGO Star Wars дети могут построить галактику необычных приключений. Все зависит только от вашего ребенка и его воображения. Че уж говорить, эти два взрослых дядьки, которые сейчас собирают данный набор, получили немало кайфа. Я в детстве выдумывал сам что-то, я с конструктора делал тачки с подвеской, с рабочей. Ничего там себе. Вся херня, да, двери открывались там. Страшный ты человек. Да, у меня был конструктор, просто огромная коробка, гора. Там твоя морда. Подожди. Не убери грабли, убери. Так, подожди, одна, две, это, а, это да, надо принять четвертый сюда. Подожди, вот это, походу, сюда, а четвертый сюда. Пурум-пурум-пум. Уиу! Ты глупый или что? 3:28 AM. Предполагаю, что это вот сюда. Ты себе представляешь? Day two. Ну что ж, снимая данное видео, я получил огромное удовольствие и сразу вспомнил детство. Это очень круто. Лично для меня LEGO это прям синоним детства. И в конечном итоге получился вот такой вот шлем штурмовика. И вы знаете, просто поражает воображение, что можно воссоздать с помощью наборов LEGO. Можно построить что угодно, на самом деле на любую тематику. И это один из достаточно простеньких наборов, чего только стоит LEGO Technics. Там, где можно воссоздавать такие машины, отвал башки. Очень рекомендую всем родителям обратить внимание на всевозможные наборы LEGO, потому что это реально развивает воображение вашим детям. Ну и плюс вы можете сами получить много кайфа, проводя время вместе с вашим сыном либо дочерью за сбором вот таких вот вещей. Прям всем рекомендую и очень жду, когда мой сынишка подрастет, и тоже буду приобщать потихоньку к такой вот теме, потому что это действительно круто. Кому интересно, ссылка на данный набор будет в описании под этим видео. Огромное спасибо компании LEGO за предоставленный шлем штурмовика, который будет радовать теперь мой глаз на полочке у меня в студии. Ну а когда сынишка подрастет, я думаю, что можно будет ему передать. И у него еще будет много подобных наборов. Можно будет собрать целую коллекцию Star Wars. Как говорится, на любой вкус и цвет найдутся абсолютно разные серии от LEGO. Кстати, а еще LEGO — это замечательнейший подарок под елочку либо вашему ребенку, ну либо вашему супругу. Да-да, дамы, мужчины тоже любят иногда поколупаться с такими вот наборами. На этом, пожалуй, у меня на сегодня все. Хорошего настроения, новогоднего, так сказать, побольше вам улыбок и позитива по жизни. С вами был Сони, спасибо вам за внимание, всем пока!